своей тачанке модной. Света, типа баклажан. Загидин один позорный, наплевал на всех. Встал не дома он, в постели и не в очередь в собес. Встал он, падла, на дороге, где всегда сплошной пиздец. Тетя Люда, пешеходка, увидав такой кошмар, копов вызвала не смело, чтобы те паяли штраф. Копы, быстренько приехав, Загидина поднагнув, накропали штрафик смело. Ну и быстро ушмыгнул. Загидин тот под холеный, покумекавший часок, оплатил тот штраф позорный, не попив в кафе чаю. Ну а позже на присухе заявил на все село, мол, виновен, признаюся, бес попутал, то да сё. А мораль простая тут, а если ты на всех ложил, то нагнёт тебя тётя Люда, кем бы ты, сынок, не был.